Приветствую вас, друзья! Сегодня я вновь в своем музее компьютеров в Кишиневе, и я решил вернуться к компьютеру Atari. Как вы уже заметили, мой предыдущий обзор был очень коротким и ознакомительным, поэтому я решил выпустить новый игровой обзор. Давайте включим компьютер. Начнем. В эту игру я когда-то играл на обычном компьютере. И да начнется игра. О, я научился переключать передачи. Опа, так это не конец еще трассы. Ну, классно. Это только контрольная точка была. Прикольно. Едем дальше. Сегодня я отобрал несколько интересных для меня игр на дискетах. Смог в них сыграть. Это стало возможно благодаря появившимся в музее видеомонитору Sony Trinitron. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и поддержите меня на платформе Partychip.md. Ссылка будет, как обычно, в описании видео. А я благодарен вам за внимание и до новых встреч!